Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Realme 12, а сейчас я покажу вам, как включить и настроить ночной режим. Итак, для этого мы свайпаем вниз, ищем здесь ночной режим. Если его здесь нет, нажимаем на три точечки, нажимаем «Изменить плитки». Ищем его тут, находим, нажимаем на плюсик. Далее, нажимая на него, мы можем его включать и выключать. Зажимая на нем пальчик, можем перейти в настройки. Сейчас мы сразу переходим в настройки, так как включаем первый раз ночной режим. И здесь мы можем включить одновременно с ним функцию «Не беспокоить». Нажимаем «Далее». Можем настроить расписание, выбрать время начала, время окончания и повтор. Нажимаем «Готово». Нажимаем «Разрешить». И здесь мы можем также перейти в настройки экрана и включить или выключить оттенки серого, темный экран, уменьшение яркости обоев и темную тему. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.